Привет, дорогие друзья, снова с вами я, Парвин Гайдаров, и я хочу затронуть одну тему. Тема называется невежество. Кто невежда? Мы часто думаем, кто невежда. Невежда не тот человек, который не знает, или не учился, или у него нет высшего образования. Не так. Невежда не тот человек. Невежда тот человек, который не знает, что он не знает. Он даже не в курсе, что не знает. Ему кажется, что он знает. Даю пример. Например, мы часто спорим про политику. Тот политик хороший человек, тот политик плохой человек. Но это знак невежества. Почему так думаю? Потому что мы не знаем, что ничего не знаем против политика. Вот это символ невежества. Благодарю вам, до новых встреч. Пишите в комментариях, что вам нравится и что вам не нравится. Пока, благодарю вам. До новых встреч.